самом деле не обязательно присутствовать в доме. Растет ребенок. Понятное дело, что моя профессия такова, что я должна была уезжать на гастроли, выражать таким образом себя на сцене, да? Потому что я не могла каждый день быть в Москве. Маша это знала. Летела афиша, и Маше не давали забыть это. Ведь Маша же каждый день живет сама. Маша уже живет в своей семье, она взрослый человек, и она живет самостоятельной жизнью. Понимаете, мои все просьбы, или какие-то пожелания. Я уже диктую и пытаюсь просить делегировку. Чтобы не навязывать. И это я всегда так, так жила. Чтобы не навязывать. Я вижу в Маше абсолютно свою жизнь. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Она очень похожа на меня. У нас абсолютно совпадает ощущение и оценка. У нас абсолютно совпадает ощущение и оценка. Это я сейчас к ней принарадуюсь. Юра Гаев больше принимал участие в Машиной жизни. Физически он водил их в детский сад, он водил на теннис. Ну, слава богу, Маша не так болела, когда Маша что-то случалось, я была дома, отменялась. Я возила Машу с собой на гастроли. Маша за кулисами спала у меня на спине. Маша же каждый день живет сама. Маша уже живет в своей семье, она взрослый человек. Она живет самостоятельной жизнью. Понимаете, мои все просьбы, мои какие-то пожелания. Я уже диктую и пытаюсь просить делегировать, чтобы не навязывать. И это я всегда так буду, так жила. Чтобы не навязывать. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Она очень похожа на меня. У нас абсолютно совпадает ощущение и оценки. У нас абсолютно совпадает ощущение и оценки. Это я сейчас к ней принаравливаюсь. Это и есть то, что мы всегда называли отцы и дети, или там конфликт поколений. Маша знает, что я вырос, и Маша очень высоко ценит актерский. И считаю, что я нереализованная артистка. Вот мы когда выходим с Машей в театр, у нас абсолютно совпадает ощущение и оценки. Это и есть то, что мы всегда называли отцы и дети, или там конфликт поколений. Маша знает, что я вырос, и Маша очень высоко ценит актерский. И считаю, что я нереализованная артистка. Вот мы когда выходим с Машей в театр, у нас абсолютно совпадает ощущение и оценки. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Я вижу в Маше абсолютно свою боль. Она очень похожа на меня. У нас абсолютно совпадает ощущение и оценки. Это я сейчас к ней принаравливаюсь. Ортодоксальная совершенно семья. Папа, мама, пока папа не придет с работы, мы садимся за стол. Ортодоксальная совершенно семья. Папа, мама, пока папа не придет с работы, мы садимся за стол. Ортодоксальная совершенно семья. Папа, мама, пока папа не придет с работы, мы садимся за стол. Папа, мама, пока папа не придет с работы, мы садимся за стол.
была ортодоксальная совершенно семья.